Привет, автофанаты! У нас бывают планерки по понедельникам выездные, а это вылазная. И у меня сегодня день ремонта крыши, поэтому я вот на такой вот высоте сижу, уже привык за 2 года. Постоянно что-то приходится и самому делать, и проверять. Короче, пока Серега с Яриком там парятся в офисе, монтируют, я вам отсюда расскажу о наших планах. Итак, сегодня мы обязаны выложить что почем с обновленным Sportage. Будет прикольно. Это уже второй выпуск 4-го сезона. Я надеюсь, вам понравился первый про Q7. Мы там много чего переделали по монтажу, по анонсу, по вставкам. Будем стараться почаще спрашивать женское мнение, как и обещали. Скоро, надеемся, найдем себе уже девушку в команду. Так, значит, в среду мы должны выложить CLS. Очень прикольный тест, такой классический, красивый, под музыку, с рассуждениями, но я не знаю, успеет ли Ярослав все смонтировать. Ему еще моя помощь нужна. Вот я надеялся, что сегодня буду все-таки монтировать, а на самом деле сижу тут как птичка, разве что не гажу. Хотя за меня тут, видите, уже нагадили. Кстати, кто будет строить дом, не советую вот такую вот битумную черепицу, это просто мрак. Рано или поздно ей приходит задница, переделать и починить ее практически невозможно. Еще вы просили... Нет, подождите, все-таки сейчас расскажем за планы. Значит, в пятницу выходной, но то ли в пятницу, то ли в субботу мы опубликуем Nissan Juke, что почем. И на этой неделе, буквально завтра, мы берем мега крутую тачку. Мы планируем побить очередной рекорд по просмотрам. Это будет Audi Q8. Мы будем сравнивать ее с Q7, выяснять, это машина больше, машина меньше, для кого. Сравним по ценам с Cayenne, с X6, с GLE купе. В общем, работы много, будет по-любому интересно. Так, вообще из ближайших планов это все. И недавно в предыдущих планерках вы там у меня в офисе засекли стул, который переделан из автомобильного в офисное кресло. Хочу о нем рассказать. Вот Ярик сейчас мне пришлет видео, я его наложу наверх. Честно говоря, я уже давно мечтал сделать из крутого автомобильного кресла удобное офисное, чтобы как вот по 10 часов можно было просиживать легко за рулем, также сидеть и в офисе. Давно, уже пару лет назад, выбрал себе кресло от SLK. Оно мне очень нравится по форме. И вот, наконец-то, я нашел людей, которые смогли реализовать вот эти все мои видения вживую. Это как бы вопрос касается и фурнитуры, чтобы все это работало, чтобы все это было надежно и выглядело не как какой-то колхоз, а вот как... даже как лакшери эксклюзив. И пока все это происходило, нарисовалось много друзей, которые тоже захотели себе такое. Вот мы позаказывали уже с Европы несколько классных кресел от Panamera, от Golfa GTI, от Macan. Все в коже, работает даже вентиляция, не говоря уже там про электрорегулировки. И вот возникла идея, поскольку желающих появляется все больше и больше, сделать что-то вроде небольшого бренда инфокаровского по этим креслам. Правда, цена там получается такая не детская, где-то за $1000 далеко. Вот. Но тех, кто заказывает, пока что это не смущает. Напишите, что об этом думаете. И мне интересно, вот может быть, кто-то может посоветовать кресла от интересных моделей, которые выглядят там особо классно и смотрелись бы прикольно в офисных исполнениях. Побросайте ссылки в комментарии, я посмотрю обязательно. Вот. Ну и я думаю, где-то в сентябре я уже смогу показать то, что у нас получилось, первые варианты и как все это выглядит. Так, и еще один момент. Постоянно вы под нашими тестами пишете первые комментарии, какого черта видео в 360, имеется в виду качество. И вот я не представляю, почему до сих пор есть люди, которые не в курсе, что происходит. Дело в том, что когда мы заливаем тест, YouTube постепенно рендерит все размеры, начиная от самого маленького 360, заканчивая там Full HD или 4K. И вот если вы заходите первыми на ролик, то какое-то время вы можете посмотреть видео только 360. Надо чуть-чуть подождать. От нас это не зависит. Так поступает YouTube. Иногда он даже это может пару часов задерживать. Но вот так вот. Все. На этом все. Надеюсь, сегодня не упаду с крыши и все, что обещал, реализую. Увидимся.